що відбулося в Москві, це така комедія, що цивілізований світ не знає, як на це дивитися. КПУ! Ганьба! КПУ! Ганьба! КПУ! І нарешті невеличка група, це наші депутати Народної Ради, які є членами Президії Верховної Ради, які прийняли, не дочекавши, що вони там зроблять, протестують і прийняли своє. 24 августа 1991 года Верховна Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла акт провозглашения независимости Украины. По прошествии 26 лет с даты принятия судьбоносного документа наша страна снова борется с угрозой для своего суверенитета. В это непростое время мариупольцы, собравшиеся на площади возле памятника Тарасу Шевченко, молились за мир и военных, которые защищают восточные рубежи государства. Мы сегодня с вами молимось за мир в Украине. Але за який мы мир молимось? Звичайно, не за русский мир. Тому що тоді, коли північний сусід пропагандує нам об'єднатися на ідеях загальних руського мира, то на цій карті немає вільних українців. Північний сусід хоче зробити нас рабами, але ми знаємо, що рабів до рая не пускають. Ми не хочемо бути рабами і не будемо ніколи. Городской голова отметил, что сегодняшний митинг, на который собрались сотни мариупольцев, демонстрирует безопасность нашего города, в том числе и для проведения футбольных матчей. Мариуполь сегодня живет полной жизнью, мирной жизнью. Вы видите, сколько сегодня пришло людей на праздник Дня независимости нашей страны. Сколько детей. И вот на последнем матче футбольном, которым я был, когда играли Карпаты, не побоявшись приехать с города Львова, пришло столько детей. Пришли беременные женщины поддержать наш футбольный клуб Мариуполь. И мне сегодня отчасти больно, отчасти обидно слышать то, что город Мариуполь небезопасный. Вы даже возьмите официальную статистику нашего МВД и увидите, что Мариуполь в списке, в десятке сегодня самых безопасных городов Украины. По окончанию торжественного митинга стартовал флешмоб «Квітне рідна Україна», в ходе которого все желающие высадили цветы возле памятника Кобзарю.